Михаил, ваше видео с прослушиванием посланий президента широко разошлось по интернету. Я думаю, что в этом отношении нет смысла обсуждать отдельно видео. Его все видели, кто хоть как-нибудь следит за политической обстановкой в стране. Я бы хотел попросить вас немного восстановить хронологию события в том смысле, когда вы узнали, что заведено административное дело в отношении вас о дискредитации. Я узнал где-то через неделю. То есть сначала был всплеск просмотров, потом негативная реакция со стороны депутатов от партии «Единая Россия» в Самарской губернской думе. Ну и после этого, практически после порицания меня, так публичного такого оскорбления на пленарном заседании, я узнал, что на меня заведено административное дело производства. Ну, дело в том, что прямо на комитет по регламенту зашла полиция в Самарскую губернскую думу и начала, во-первых, осматривать мой кабинет, где, по их мнению, произошло это административное правонарушение, и произведен опрос меня и моих помощников. Ну, вот где-то через неделю, наверное, после всех событий. Денис Андреевич, штраф в размере 150 тысяч рублей административный для Михаила Абдалкина. На ваш взгляд, это не слишком ли суровое наказание, хотя и штраф, но тем не менее? Я вообще считаю, что здесь нет никаких оснований для штрафа. В конце концов, у нас пока еще хоть какие-то крупицы там прав и свобод сохраняются, не все еще отобрали на фоне принятия запретительных законов последних лет, и особенно последнего года. И, в принципе, ничего крамольного, но лично я, например, в поступке нашего товарища не вижу. Да, может быть, так сказать, есть какая-то острота, но в конце концов все высказано в вполне приемлемой форме, которая не является чем-то, ну, совсем уж из ряда вон выходящим. Я знаю, что многие очень резко как-то восприняли эту историю, но считаю, что в данном конкретном случае тот результат судебного заседания, который мы видим, это довольно крупный штраф. Ну, это абсолютно четко выполнение просто классовых функций правоохранительной системы. То есть вместо того, чтобы там рассматривать дела, там, я не знаю, убийц, мошенников, тех, кто действительно дербанит народное достояние, ну, решили просто лишний раз наказать рублем человека, имеющего отличную от правящего режима точку зрения. В этом плане очень характерно другое недавнее решение суда, которое состоялось по итогам иска нашего депутата Олега Михайлова к губернатору Республики Коми Владимиру Уйбе, который там как только не обругал нашего товарища, значит, и фашистом назвал, там, и сказал, что у него там «Майн кампф» на столе лежит и так далее. Вот. Там почему-то это признано, так сказать, личным мнением, оценочным суждением, и никаких санкций к главе региона не принято. А здесь за, в общем-то, схожую ситуацию, я бы сказал, даже в более мягкой, гораздо более форме выраженной, штраф и, грубо говоря, попытка навязать обществу мнение о том, что это достойно порицания. На мой взгляд, это просто показывает, что у нас правоохранительная система абсолютно не свободна и используется как инструмент политического давления на оппозицию. Александр Андреевич, какая сейчас официальная позиция партии по административному делу депутата Михаила Абдалкина? Как таковой официальной позиции партии здесь не формулировалось, потому что это вопрос регионального отделения, и это, во-первых, это внутрипартийный вопрос, это первое. Что касается нарушения определенных норм, нормативов и дисциплинарных нормативов партии, это вопрос внутрипартийный. Это самое главное и основное. Поэтому подключение некоторых представителей, особенно «Единой России», с переживанием за те или иные действия представителей там, КПРФ. Своих власть покрывает, а тех, кто ей не угоден, всячески пытается прижать. В этом плане еще одна характерная вещь, как раз когда была целая череда там всевозможных нелицеприятных в отношении народа высказываний со стороны чиновников, выходили же и наши товарищи из КПРФ, и, по-моему, «Справедливая Россия» тоже предлагала свой вариант, принять закон об ответственности для чиновников за оскорбление народа. У нас же есть, значит, ответственность за оскорбление власти. Ну, значит, наверное, это же должна быть улица с двусторонним движением, да, значит, и власть должна отвечать за оскорбление народа. Но почему-то эта инициатива не нашла поддержки у правящей партии. Меня это, конечно, совершенно не удивляет, но это лишний штрих к портрету тому, с кем мы имеем дело. То есть у этих людей, по-моему, уже даже элементарные приличия атрофировались. Что касается формулирования отношения, оно высказано было и руководством партии, я неоднократно высказывал. Это в данном случае, ну, это не совсем соответствует этике избранного депутата, который представляет интересы избирателей. Поэтому в любом случае внутрипартийный разговор, я уверен, будет. И у него есть в Самаре есть руководитель регионального отделения, первый секретарь, есть органы контрольно-ревизионной комиссии, в конце концов есть органы Центральной ревизионной комиссии. Поэтому это внутрипартийный вопрос. Я думаю, что он, конечно же, не останется, не будет незамеченным, но, скажем так, из этого делать определенное, скажем, шоу, выгодное партии власти и административным ресурсам, на мой взгляд, это абсолютно в плоскости политтехнологии. Не, ну просто как бы народ, так сказать, слушает это в таком виде, фигурально выражаясь, а Михаил уже просто в натурально-вещественном виде изобразил, как это на самом деле и выглядит. Кстати говоря, судебные инстанции могли бы и дальше пойти. Вот я же присутствовал на послании президента. Могу сказать, что некоторые, в том числе, ну, скажем так, достаточно крупные высокопоставленные лица там дремали, кто-то даже, так сказать, пытался прикорнуть. На мой взгляд, это совершенно недопустимо. Нужно срочно, так сказать, каждому представить фельдфебеля, чтобы обязательно следил за тем, насколько внимательно слушает, насколько энергично аплодирует, так сказать, достаточно ли восторгается, мимикой демонстрирует всяческое приветствие тем словам, которые звучат с высокой трибуны. И если вдруг человек не дорабатывает или еще чем хуже проявляет невнимательность, ну сразу надо тащить в суд, штрафы как минимум, а можно и условно дать. А то получается, что нету достаточной степени единства вокруг национального лидера. Понимаете, легко довести любой вопрос до абсурда. И вот в последнее время, знаете, агентство «Панорама», по-моему, все чаще становится пророческим, нежели сатирическим. И в этом плане, с одной стороны, смешно, конечно, с другой очень грустно. Потому что то, что у нас всерьез принимаются такие решения, без всяких на то реальных оснований, потому что действительно человек молча слушал послание президента и в самом конце, так сказать, прокомментировал, кстати говоря, ведь в комплиментарном ключе. Я хочу обратить внимание, да, в этом можно усмотреть какую-то долю иронии, но, опять же, это уже вопрос личного вкуса, так сказать, и политических предпочтений. Но это совершенно не предмет для того, чтобы выстраивать на основе таких эпизодов цензуру и тем более использовать там полицейскую или судебную дубинку, чтобы пресекать подобного рода выражение мнений. Это просто показывает, насколько система власти уже, ну, как бы окуклилась и не в состоянии терпеть любое слово поперек ее мнения, поперек ее действий. Это ни к чему хорошему ее не приведет. Можно, конечно, затыкать рты, можно там накладывать штрафы, можно даже сажать людей. Но раньше или позже количество недовольных и их готовность к каким-либо действиям по поводу своего недовольства обязательно перейдет в новое качество, и тогда у этой системы не останется сторонников, даже среди тех, кто ей сейчас рьяно служит. Поэтому это абсолютно тупиковый путь. Я убежден, что система, которая принимает подобные решения, она в историческом смысле обречена. Можно ли это воспринимать как такой некий акт запугивания? Безусловно, конечно, это решение принято не только, наверное, даже и не столько для того, чтобы самого товарища Абдалкина, значит, как-то притеснить. Это в первую очередь для того, чтобы показать общественности, что кто в доме хозяин, и, значит, чтобы другим неповадно было. Другое дело, что я думаю, что это не достигнет нужного эффекта, во-первых, потому что та часть общества, которая готова пугаться, она уже чувствует себя крайне некомфортно и, в принципе, к сожалению, помалкивает не одну неделю и не один месяц. Вот. А та часть общества, которая, в принципе, не готова смириться с таким безобразием, она просто, значит, будет искать какие-то иные формы выражения своего недовольства. Может быть, какие-то более привычные к ним будет возвращаться, может быть, какие-то новые изобретет еще более оригинальные, там, дерзкие, запоминающиеся и что-то такое. Все равно просто так всем и всегда держать рот закрытым не получится. Это просто невозможно, потому что общество состоит из многих и многих десятков миллионов людей. Люди очень разные, со своими взглядами, со своими подходами. Есть, в конце концов, элементарное чувство товарищества, справедливости, патриотизма, которые, ну, широко распространены в нашем народе и которые в значительной мере противоположны тому, что делает господствующий класс и обслуживающая его политическая верхушка. Поэтому раньше или позже вот это противоречие между тем, как народ ощущает себя в собственной стране, и тем, какие порядки здесь пытаются наводить всевозможного рода чиновники, правоохранители и прочие обслуживатели олигархов, раньше или позже это противоречие обязательно выльется в достаточно серьезное столкновение. Вопрос только в том, будет ли оно относительно мирным или сугубо не мирным. Мы, конечно, хотели, чтобы, скажем так, преображение политической системы происходило не насильственным путем. Мы были бы последними, кто стал требовать обратного. Ну, а уж как повернется исторический процесс и до чего власть сама доведет наше общество и наш народ, это, ну, опять же, история покажет. Я думаю, что время, когда в той или иной форме будет определенный прорыв того недовольства, которое сейчас просто таким тихим образом копится среди наших сограждан, я думаю, что время такого прорыва, оно не так уж и далеко, как многим могло бы показаться. Когда из этого раздули, до федерального уровня раздули целую там историю, я это связываю исключительно с отвлечением от главных целей, потому что если посмотреть, поступок, который совершил депутат, был во время выступления, да? Но раскрутили его где-то спустя неделю только, причем раскрутили очень активно. Я напомню, что как раз примерно в это время очень активно набирал, скажем, по информационному полю шла активное обсуждение выступлений вот такого достаточно жесткого выступления председателя партии Геннадия Андреевича Зюганова на предмет введения СВО. Он задавал прямые, конкретные, четкие вопросы. Почему? Почему, например, после взрыва Северного потока, когда было признано, почему рядом ветка, которая идет, доставляет газ из Норвегии в Польшу, стоит целая? Почему мосты, которые, средства коммуникации, которые доставляются оружие на Украину, до сих пор целые? И таких вопросов очень много, касательно в том числе и социальных гарантий. И это выступление было достаточно эмоционально и подхвачено информационным потоком в социальных сетях, и обсуждение было. Именно в этот момент подняли там Хинштейн, почему-то озаботился как дисциплинарным взысканием депутат, который не представляет его партию. Поэтому, на мой взгляд, из этого тут подключились политтехнологи, которые раздули до небес, скажем, это его поступок, прямо скажу, некорректный поступок, но не заслуживающий внимания на таком уровне, куда его раздули. На комитете по регламенту, на который я был приглашен, высказали все представители партии «Единая Россия». У меня, кстати, никто не спросил Михаила Анатольевича, а что эта акция значит. Может быть, я внес какие-то коррективы, изменения или пояснения. Может быть, у них бы там не осталось бы вопросов ко мне. Может быть, они изменили свою точку зрения, если бы я, ну, дал эти пояснения. Но у меня никто не спросил. Они пришли с готовым решением. Они уже сами для себя решили, что вот, Михаил быть депутатом недостоин, что такие люди в депутатском корпусе у нас не приветствуются, его всяческим образом надо из этого законодательного органа удалять. Не знаю уже, каким способом они будут это делать. Но я им там не нужен, и они всячески это и словесно, и эмоционально выражали. Но можно ли сказать, что и сам штраф достаточно раздут, потому что 150 тысяч – это немалые деньги в сравнении с содеянным? Мы говорили, когда принимали закон, на мой взгляд, нужный, о мерах по недопущению дискредитации армии. Но законоприменительная практика зачастую в нынешних условиях оставляет желать лучшего. и спекулятивное использование закона, особенно в регионах, оно имеет место быть. В данном случае я считаю, что здесь как раз в таком роде было применение этого закона в отношении этого депутата. На мой взгляд, эта мера избыточная. Достаточно было, скажем, дисциплинарного, воспитательного разговора внутрипартийного. Это гораздо эффектнее будет действовать, чем наказывать, например, человек пассионарный, человек, допустим, имеет какой-то, ну да, он во многом увлекся, на мой взгляд, избыточно увлекся такой мнимой популярностью, виртуальной популярностью в интернете. Кстати, это болезнь нашего общества вообще, в принципе, молодежи. Но с другой стороны, такая реакция властей вызовет еще больше его, соответственно, противодействие реакции, и дальше это не воспитательный момент, это будет просто каким-то образом репрессивное действие в отношении человека, который породит еще более следующие ответы, которые от него можно ожидать. Внутрипартийный разговор был бы эффективнее. Можно ли считать, что это лишний раз партия власти пытается таким образом, в свою очередь, дискредитировать уже КПРФ? То есть вот просто нашли повод. Но это продолжается почти на протяжении всего, а всегда это обостряется, когда начинается какие-то период избирательной кампании. Сейчас как раз начинается такой период. Сейчас мы готовимся к мощнейшей избирательной кампании, которая финиширует в сентябре этого года. Я напомню, 20 регионах избираются руководители регионов, губернаторы, почти столько же законодательные собрания, законодательные органы субъектов, муниципальные выборы, выборы горсовета. Это достаточно большой и емкий цикл избирательной кампании. Я напомню, и Москва избирает руководителя, мэра Москвы, Московская область. А для нас очень принципиальные выборы в Хакасии и в Орле, которые в Хакасии, я напомню, это будет, когда с 5-го раза избрали нашего Коновалова, как ни пытались к нему найти какие-то там компрометирующие действия, ничего нет. Человек, он настолько качественно показал свою работу, что регион сегодня находится в лидирующих позициях в сибирском регионе. Поэтому выборы эти будут жесткие, точнее грязные. И эта грязь уже началась проявляться уже вот в частности в отношении этого. Конечно, против КПРФ будут всегда политтехнологические приемы, которые будут приниматься с попыткой дискредитации. Но как бы ни дискредитировали, партия определила программу, партия формирует команду, и партия идет уверенно, четко на выбор. Гайки закручивают, и гайки продолжат закручивать, если население у нас не поймет, что без их участия в социально-экономической политике, без участия их в общественной жизни ничего не может в положительную сторону двигаться. Если мы также будем продолжать сидеть на диванах, если мы не будем интересоваться политикой, не будем интересоваться, почему те или иные события у нас происходят, не будем понимать, почему мы живем бедно, почему кто-то получает там 3 миллиарда долларов, а кто-то получает 20 тысяч рублей. Если мы все эти события не будем сопоставлять, понимать, откуда произрастают корни всех зол, в чем причина, а в чем следствие, то гайки эти будут продолжаться закручиваться, жизнь наша будет превращаться, ну, наверное, в какой-то сюрреалистический ад, и свобода слова будет все меньше и меньше, и как бы не пришлось нам жить в ту эпоху, в которую жили коммунисты Германии, когда партия была под запретом, а их главного представителя Эрнста Тельмана просто бросили в тюрьму, в 1944 году лишили жизни. Поэтому, чтобы такого не произошло, и мы не скатились к такой максимальной фашизации нашего внутреннего общества, нам необходимо поднимать наше общественно-политическое сознание, участвовать в независимых профсоюзах, вступать в эти независимые профсоюзы, бороться за свои экономические права, а потом, естественно, задумываться о своих и политических правах, но, естественно, только в рамках закона.